Немножечко видно мою эту размазню, если вам видно. Ну а так, по большому счету, ну царапинки остались тут. Мне некогда тут высиживаться. Полировать, шлифовать, пошлифовать, затирать. Ну а тут... Цвет подходит. Ну, короче, ставлю на паузу, сейчас еще раз брызну и покажу вам потом результат. Вот так. Еще не просохло полностью. Вот так, короче, получилось. Сейчас будем красить лаком. Ну и в конце покрасочки не забываем переворачивать и выдувать до бесцветного потока воздуха. Так, итак, друзья, есть вот такой лачок. Я его уже немножко встряхнул, 2-3 минутки. Температура от 15 до 25. То же самое все, что с красочкой. Расстояние то же самое. Вертикально держим. Ну и сейчас попробуем. Закрываем места, которые не хотим вскрывать лаком. И в 2-3 слоя с просыханием между ними, с перерывами. Ну сейчас попробуем, что у меня получится. Кстати, лаком... Ладно, сейчас увидим, что будем. Что будет? Пробное распыление, а у меня забитое сопло. Засох он там, наверное, когда-то. Сейчас мы его снимем. И, наверное, попробуем с этого наборчика что-то взять. Сейчас увидим, что мы имеем. О, вот это оно, пробное распыление, немножко сопьем и пошли. Сохнет и вскроем сюда. Босс! Немножко. И попробуем сейчас еще разочек.